Вчера зашел на твою страницу и почитал комментарии твоих женихов. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ты не поверишь, я в шоке. Если бы он залез в личку, то пришлось бы его откачивать. Идет ссора в семье. Жена колотит мужа шваброй. А тот забежал под кровать. А жена говорит: «Вылазь». Муж говорит: «Не выйду». Жена говорит: «Вылазь». Муж говорит: «Не выйду». Жена говорит: «Вылазь, говорю». Муж говорит: «Кто в семье хозяин? Сказал, не вылезу, значит, не вылезу». Можно тебя сюда на минуту? Ну что же, неси. Да ты успокойся, я тебе говорю. Директор нефтяной компании по селектору вызывает главного бухгалтера. А Петр Петрович, зайдите, когда освободите. А тот говорит: Иван Иванович, еще не скоро. Иван Иванович спрашивает: как не скоро? Примерно как? Как это главный бухгалтер говорит? Ну, лет через 5-6. Иван Иванович спрашивает: это как это? А тот говорит: а тут у меня налоговая, мы тут разговорились. У кого в животе урчит? У меня. Это как это? Так это же, ругаться надо, а рот был занят. Напился до того, как стало двоиться в глазах, самое время пересчитать свои деньги. Ненадолго, но почувствуешь себя богаче. А кто это сделал? Дорогой, я совершенно неотразима. Ну да, совершенно верно. Наступило время протереть зеркало. Чё ты очкую, Славик? Женщины, если мужчина не щедр на комплименты, значит, ему тяжело врать. Дед Петуха, когда ты покупаешь в магазине продукты, почему их вытаскиваешь из пакета, когда взвешиваешь? Ну так пакетик же тоже что-нибудь довесит. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что опаснее всех девушка-дзюдоистка? У нее на уме только то, как вас далеко кинуть. Дорогой, ты же меня обманываешь. А что случилось? Звонила какая-то Матрёна и говорила: где мой дорогой? Спрашивала. А, это друг мой, Петруха Пранкер. Мелюзга. Мелюзга, 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 мелюзга. Взвешивать все плюсы и минусы – это довольно-таки бесполезное занятие, потому что сразу известно, перевесят плюсы, потому что в плюсах два раза больше палочек, чем в минусах. Скажите, а у вас есть сигареты без дыма? А может, вам еще батарейки без электричества нужны? Дед Петруха ловит такси. Таксист спрашивает: вам куда? Дед Петруха говорит: подвезите, пожалуйста, меня на миллиметр. Таксист спрашивает: вы что, издеваетесь? Дед Петруха говорит: если бы я издевался, я бы просил с остановками. Это гороскопы – полная чушь. Ты уверен? Мы, овны, редко ошибаемся. На метальном заводе выдали зарплату продукцией. Вечером домой расходились грустные чемпионы мира и мастера спорта. Подписываемся, кликаем на колокольчик.